Маргарет Иллингтон, американская театральная актриса начала 20 века. Предпринимала попытку построить карьеру в немом кино, снявшись в двух фильмах вместе с Адольфом Цукором, основателем кинокомпании Famous Players Lasky. Мот Лайт родилась 23 июля 1879 года в Блумингтоне, штат Иллинойс, в семье Айхи Лайта и его жены Мэри Эллен. Тем не менее, источники расходятся по поводу даты рождения актрисы. Окончила Иллинойс Веслин Юниверсити, а затем обучалась в Чикаго. В 1900 году дебютировала на Бродвее, через несколько лет, в 1903, вышла замуж за бродвейского импресарио Даниэля Фромана. Даниэль был почти на 30 лет старше ее. Их брак не продлился долго и закончился в 1909. Но тем не менее, связь с Фроманом дала толчок в ее карьере. В 1904 сыграла в постановке «Две сиротки» с Грейс Джордж в главной роли. Позже, в 1922, она вместе с Лилиан и Дороти Гиш снялись в фильме «Сиротки бури» Дэвида Гриффита. В 1910 Уиллингтон вышла замуж за Эдварда Боуэса и, как потом призналась в интервью, хотела бы от него иметь детей. Но этого так и не состоялось, и она продолжила играть в театре. Одна из самых известных постановок с ее участием – «Разжигание» в 1916 году была экранизирована Сесилем Демилем, но без участия Иллингтон. В 1917 Маргарет решила попробовать свои силы в кино и подписала контракт с Адольфом Цукором и Джесси Лески. Снялась в фильмах «Внутренняя святыня» и «Жертва», снятых Фрэнком Рейчером. После окончания съемок она вернулась на театральную сцену, где выступала вплоть до своего ухода из актерской индустрии в 1919 году. В 1906 американский художник швейцарского происхождения Адольфа Мюллер Ори написал несколько портретов актрисы и выставлял их на различных выставках, в частности в Парижском салоне в 1907 году и на выставках в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии в 1908. 5 октября 1906 она появилась на обложке ноябрьского номера журнала Metropolitan Magazine. Маргарет Иллингтон скончалась в Майами, штат Флорида, 11 марта 1934 года.